«Воронежский пульс. Культурная среда и культурная политика». Такова тема объемного доклада правительству Воронежской области, подготовленного большой группой экспертов под руководством ректора Воронежской академии искусств Эдуарда Боякова. В нем систематизированы направления в культурной политике Воронежского края. Авторы попытались ответить на вопросы, что такое современная культура, можно ли культурой управлять, какую культуру государство должно поддерживать, а какую отпустить в свободное рыночное плавание. Культурная политика связана с просветительской функцией, с доступностью культуры, в том числе традиционной, глубокой, корневой, для всех людей, а не для тех, кто живет в центре города или в областном центре. Культура должна быть доступна. Это важный и простой лозунг, который по-прежнему актуален. Остается главный вопрос, и это вопрос к власти. Как нам это все систематизировать и положить вот то, что называется программно-целевой подход, чтобы мы, расставив приоритеты, наши ресурсные возможности, прежде всего финансовые, могли реализовать это все в жизни. И этим путем следует идти.